have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и я тут заметил кое-что интересненькое. Я думаю, нам... Да, вот так нужно упасть. И вот сюда. Секреточка, которая вот отсюда. Опа! Зачем тут этот крюк? Ну, подставочка. Опа! Вниз, пожалуйста. Я думаю, может, под вот этих вот ребят, которые здесь, мне взять более быстрый меч. Потому что им все равно нужно по 3 взмаха. Попробуем поэкспериментировать таким образом. Ты можешь, пожалуйста, не дергаться? То есть, с точки зрения ударов, им надо такое же количество ударов. Но, видите, тут я их за 3 удара сношу, а там я не успевал. Вообще, я думаю, что вот сейчас более быстрое оружие мне будет кстати. Поэтому давайте попробуем таким образом все это сделать. Так, он делает 2 взмаха. Почему я до сих пор это не запомнил? Это же глупо. Оп, валим отсюда. Валим. Сдохни, пожалуйста. И ты тоже. Как неудачно-то. Да хорош! 2 взмаха. Моя очередь. Жарим его. Жарим. Вот ударил и сдох. Не мудак? Мудак, конечно. Отлично. Вот это и все. Всего, чего здесь не хватало. Очень жаль. И там вон можно уже подлечиться. Что я, конечно же, и сделаю. Так. Горшочек с медом. Вот видите, 4 жизни. Ой, блин. Я забыл, что ты кидаешься. Успокойся. Слейся. Нафиг. Где? Джин фигов. Джин с тоником. Джин, по-моему, и так слился. Хорошо. Я честно забыл, что что-то на секунду меня перемкнуло. Я забыл, что рыцари кидаются. Почему я второго не достал? Вот, достал. 1, 2, 3, 4. Так, можно туда, можно... Или туда нельзя? Я не уверен. Сейчас посмотрим. Ого. Так, это нужно сделать... Быстро! А, отсюда это нельзя было сделать. Все. Теперь я это четко вижу. Почему-то до этого видел это нечетко. Да ну ты нормально вообще добежал? Ай! Нет. Не падай. Добежал, накинулся и сдох. Ты не мог сразу сдохнуть? Ну что за люди пошли? Так, это у нас шорткатец открылся, да? Я надеюсь, что шорткат. Или это дорога вперед? Погодите. Отсюда. А туда это куда? Лифт? Ну, погодите, слишком... Там арена, скорее всего. Слишком много путей. Как... Так, четверочку дайте мне. Пожалуйста, не падай. Зачем мне сюда?
Но ведь это было не для этого. Зачем я сюда пошел? Да, я же вот этот кристалл еще пытался вот так вот разбить. А зачем мне сюда, если я здесь уже был? Что это за сокращение такое невнятное? Ну, то есть, эй, камон. Путают меня, путают. Так, вот этот я скушаю. Спасибо. Зато пришел, похилился. Так, ладно, 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 поехали дальше. Там три пути вроде как было, куда можно двинуть. Вот этот шорткат мы себе открыли. А, ну вот он и есть. То есть, а вот, вот сюда не надо ходить. Я не знаю, зачем оно, но сюда не надо ходить. Там арена. Все, я понял. Хорошо, что тогда находится здесь? Я же не зря вот сюда вот еще могу пойти. Цветочек тут посадить. Серьезно? Это вот оттуда все? И эти ворота, видимо, тогда тоже потом откроются. Хорошо, без проблем. Все разрешилось. Ну, не знаю, как насколько в наилучшую сторону, но разрешилось. Пойдемте. Ну, тут, конечно, всего настроили. Ледовая арена, ты серьезно? Вот это у него шляпа улетела. Блин, значит, вот то испытание на льду. Почему они не скользят? Скользят. Ты не офигел, тебя это не убивает. Как там, что не убивает нас? Кто пробует еще раз? Как ты спиной прыгнул? Ты мне не подскажешь, другалек? Серьезно, он... Я там ничего не пропустил. Я понимаю, что я могу сейчас шлепнуться куда-нибудь. Лед без границ. Вроде как ничего не пропустил. Просто он бежал в одну сторону, был повернут ко мне спиной. Бах, он уже ко мне летит. Каким образом это все произошло? Нет. Иди нафиг. На, отхавай. Сгори, тварь. А ты просто умри. Все? Нормально? Договорились? Я тут могу кастовать бесконечно. Если меня не зажимать. Ну, просто этими кубиками я могу набивать... Ну, кубики льда, я имею в виду. Я могу себе набивать магию вот просто сколько захочу. И сгорел нормально. Еще один сгорел на работе. Ху. А вот так, если сделать... Нет, не так. Где оно? Вот. Тоже никак. Хорошо. Хотите, так не надо. Я за семечкой схожу. Я осторожно. Вороний дрифт. Опа. Не вылетай, пожалуйста. Ну, блин, реально страшно по льду ходить. Там вообще границ нету. Мне тут предлагают, да, эту хилку, но... Двое врат открылись, все правильно. Ну, врат. Заграждений. Врата для этих штук очень громко сказаны. Отлично. Да. То есть тут тоже явно будет какой-то большой файт. Это же не может быть просто комната.
неплохо. Я расчистил ему лед, чтобы ты по мне выстрелил, ты серьезно? Да хорош! Ну я же не успеваю встать, ну чё за читерство? Да ну хоро... Ты же сверху стреляешь, это как вообще? Я когда сверху стреляю, мои снаряды не попадают. Сгори, тварина. Серьезно? Когда я стреляю наверх или сверху, мои снаряды не попадают. Это... В крайней степени неправильно то, что сейчас происходит. На, сдохни, тварь. Сейчас еще и мини-босс какой-нибудь выползет, да? Догорел. Ну, конечно, это еще не все. Я же еще и не буду попадать по ним, да? Отлично. Да стреляй ты уже. Да ёлки-палки, я не могу в эту чертову лестницу попасть. Сдохните, пожалуйста. Фух. Это жестенько прям что-то. Прям что-то не знаю, ребят. Пойду, наверное, подхилюсь. Вроде же недалеко здесь была эта штука, да? Стоп, а где? Там, что ли? Да, тут. Хорошо. В общем, когда вот эти цветочки появились на возвышенностях, очень неправильно то, что они еще и фигарили по мне сверху. Ну, то есть, стреляем же на одном уровне. Вся игра сделана в том, что стреляем на одном уровне. Фигли им можно, а мне нельзя. Что это такое было вообще сейчас? Не упади, пожалуйста. А, ну и тут тоже можно было хильнуться. Сюда явно можно пройти. Но теперь интересно, что это за секреты, потому что я, например, пособирал уже вот все кристаллы, и это уже не может быть кристалл. Это уже что-то другое. Но что это? Взорвать я это тоже не могу. Поставить сюда что-то нужно. Что? Это же не может быть зонтик, правильно? С зонтиком вообще какая-то отдельная фигня. Я не знаю, что с ним происходит. Дайте мне меч обратно. Я же говорю, что меч в данном случае единственный плюс, потому что... Вот маленький, я имею в виду, а не большой. Потому что большой меч делает два взмаха, но он за два взмаха не убивает вот этих чертил, которые на тебя прыгают. А получается... Блин, мне это место теперь покоя не дает. Зачем я сюда пришел? Ладно, может мы потом найдем какую-то фигню, которая нам поможет что-то как-то где-то. Вот. Так вот, с точки зрения ударов... И большой, и маленький меч убивает вот этих ребят с трех раз. Возможно, если я максимально качнусь, то будет какая-то разница. Но пока что... Так, хорошо. Наконец-то. Ну-ка, вот и чудовище.
Ох, как же колотится мое сердце. Ты будешь сражаться? Я постою в сторонке, чтобы не мешать ей. Сделаю пару заметок в своей песне. Удачи. Можно я его сожгу отсюда просто? Ясно. Ёлки, а что ж такое страшное-то? Бетти! Да иди нафиг! Сгори, пожалуйста. Да хорош! Ну и как я должен это парировать? Ты три раза так делаешь? Да, короче, нельзя оказываться с ним на близкой дистанции, когда он такое вытворяет. Раз. Два. Три. Поджигаем. Такого не было. Нет! 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 Уйди от меня! Нет! Ты чё? Не надо! Успокойся, пожалуйста. Второй раз. Третий раз. Нет, ну выпусти меня! Да! Ну я застрял в нем, ну вы чё? Всё? Чё, прям серьезно? У него не будет второй фазы? Я убил Бетти с первого раза, фига себе. Это босс файт. Мы собрались здесь, чтобы почтить память покойной Бетти. Некоторые видели в ней божество, другие дрожа от ужаса считали ее чудовищем. Но для кого-то она была любовью, что освещала жизнь. После долгих лет жизни на вершине горы, в течение которых она даровала местным шерсти бесчисленные смерти. Эта душа обрела, даровала шерсти бесчисленные смерти. Погодите, Бетти, там сказано, что чудовище похитило девушку. А где девушка? Или это... Склоните голову в память о ней, воздайте последние почести, ее дни сочтены. Это было невероятное приключение. Какая неожиданная развязка. В смысле неожиданная? Ты не ожидала, что я ее убью? Я вообще-то, наверное, сам не ожидал. Получается, Бетти и есть чудовище. Удивительно. То есть, тот пьяный парень у матроса на миллион, что влюблен в чудовище? Ну и ну. Теперь мне даже немного жаль их обоих. Как думаешь, что хуже, смерть или разбитое сердце? У каждого своя трагедия. В любом случае, это превосходный сюжет для песни. Я начну сочинять ее прямо сейчас. Как только песня будет готова, приходи к матросу на мели, я исполню ее для тебя. Да, короче, я как раз и подумал, что неужели девушка это и есть монстр. Тут смотрите, сколько останков воронов валяется. Просто уйма. Как мне наверх пройти? Ну ладно. Сейчас, давайте с вот этим еще поговорим, другальком. Еще одна мятежная душа очищена от гнева, жнец. Пусть смерть дарует ей покой. Пусть, я не против. Да, тут есть врата, но погодите. Что-то не знаю, бабулька, на бабульке я один раз подох все-таки, пока пытался понять, что происходит. На жабе
я серьезно говорю, я очень торопился, поэтому она меня убила там раз 5-6, не знаю сколько. А этот, мне он показался сложнее всех по мувсету, то есть серьезно, бабулька, я такой, она легкая, с жабой, вообще легчайший, и на них я подох. А этот, типа, что это за непарируемые перекаты и всякое такое, и все, а с первого раза ушла эта штука. Как мне теперь сюда залезть? Я хочу сюда. Ладно, пойдемте. Сначала давайте, я думаю, проверим матрос на мели, потому что там мы можем узнать, наверное, из супа некоторые секреты. Вот, также, я думаю, мы сможем поговорить с парнем, который горюет. Логово Бетти, матрос на мели. Да, нам сюда. Может быть, еще с воронами поговорить? Я все-таки убил чудовище на горе. Такая музыка классная. Так, ну-ка. Эй, искатель, еще раз спасибо за это приключение. Еще никогда в жизни так не веселилось. Теперь у меня достаточно наработок, чтобы создать мой величайший шедевр. Хочешь послушать? Конечно, хочу. Отлично, тогда слушай. Пьяный ворон влюбился в красавицу Бетти. Но оказалась она мохнатая Йетти. У истории мог быть счастливый финал. Но меч твой бедняжку сразил наповал. Теперь не ловить нам невесты букетик. Banging Tune. Неплохо, за это ачивка есть, послушайте. Получилось спасти мою Бетти. Ну, от ее жизни спасти. Да, получилось. У меня порой бывают такие странные посетители, вы даже не представляете. Помню, у одного парня вместо головы был котелок. Да, я знаю, там стоит, кстати. Вы когда-нибудь встречали таких чудаков? Впрочем, отличный парень, очень любит мой суп. А вы хотите ответ на свежий, да, деликатес? Да, хочу, конечно. Отлично. Один вкуснейший обед сейчас будет готов. Я обожаю готовить еду своими пальцами млекопитающего. Своими, да. А теперь я вам кое-что расскажу, пока вы наслаждаетесь пищей. Ну и ну, вы опустошили все секреты все секретные места в округе так же ловко, как и миску рыбьих потрохов. Офигеть, серьезно? Опустошили все секретные места в округе. То есть там, где еще оставались секреты, он нам рассказывал, где они есть. Офигеть, круто. Вставай, 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 моряк. Вот это всегда приятно услышать, когда заходишь и такой, опа, мы опустошили все секретные места в округе. Крутяк. Ты мне ничего новенького не расскажешь? Джефферсон, вкусный суп. Многие знают хранителей. Да, это мы знаем. Давайте еще раз с котелком поговорим. Интересно, на сколько процентов пройдена игра? Сейчас, когда я загружался перед вот этими двумя сериями, сейчас две серии записываю подряд, было 70%. Мое почтение, Клювик, как продвигается ваше странствие? Я время от времени захожу в матрос на мели, чтобы пополнить свои запасы вкуснейшего супа от Джефферсона. Он, конечно, чудак, зато прекрасный шеф-повар, мы это знаем. А, пойдемте к воронам свободным. Еще где-то, то есть я опустошил все секреты, но где-то еще лежит 5 вещей ненайденных. И у нас есть, еще есть места, куда я мог бы сходить, но я не знаю, как туда попасть. Например, опять же, тоже семейное кладбище ведьмы, там явно какой-то секрет, но я не могу его разгадать. Возле старого жнеца и врат смерти у нас есть... сюда пошел. Врата-то здесь. Да, возле старого жнеца врат смерти. Там есть дверь, которая требует ключ. Но где этот ключ взять, я без понятия. Там какой-то особый ключ нужен, я не знаю. Крепость. Нет, не то. Лагерь. А, вот. Лагерь свободных ворон. Расскажу вам, что... Бетти все того... Тебе стоит подготовиться перед тем, как идти дальше. Знаем, мы рады видеть тебя в любое время. Так как бы я это уже все...
Пожалуйста, располагайся, набирай сил перед сражением. Спасибо. На самом деле тут очень классно, уютно, мне нравится. Тебе удалось найти все алтари? Да, с тобой мы уже говорили. Дружище, что ты нам скажешь, когда придет время, ты почувствуешь, как... Так, это... Ну, по сути, все. Они не реагируют. Мы находимся пока не в том, что теперь наша жизнь наделена смыслом, каким бы он ни был. Тогда предлагаю пойти сейчас, наверное... Как нам ближе всего будет к ворону пойти? Наверное, через ведьму? Зал врат. Хорошо, что там не буква О. Ну, хорошо. Вот это все наши шмоточки, которые за нашим столом валяются. Кстати, вот они выдают прикольные реплики. Они говорят, если у меня начнутся проблемы из-за твоих духов, я тебе такое устрою. Он постоянно жалуется, говорит, они тут все из-за тебя. Вот, у этого парня дух залез в чернильницу. Чернила, чернила воняет хуже сыра. Но я их так люблю, даже проглотила бы. А, у парня, у девушки, пардоньте. Прокачаться. Ну, я зря сюда пришел, конечно, здесь ничего. Здесь нужно по... У меня 1446? Мне что, штуку дали за босса? Тогда погодите минуточку. Ребят, открою один маленький секрет. Вот кладбище. Идете в дверь на кладбище. Вот тут сразу же вот этот данж, в котором можно пройти испытание на улучшение лука. Так вот, там куча паучков. В среднем за зачистку первых двух комнат дают около 200, ну не 200, там 120, 130, 200, я загнул, 120, 130 экспы. Затерянное на кладбище. Вот мы сейчас пошли, я там чуть-чуть почистил буквально, потому что мне не хватало полтоса до уровня, и было бы обидно не воспользоваться такой возможностью. Я хочу прокачать, наверное, повысить магический урон. И улучшить способность дальнего боя. Я хочу вот это прокачать, потому что я очень много использую именно огонь, зажигание и всякое такое. Поэтому специалист, отлично. Одна вещь у нас прокачана полностью. Ну, 4500, я теперь уже не знаю, где можно получить 4500. То есть до этого я такой, где можно получить 6000, но вот, оказывается можно. Но вот где получить еще столько же. Так, мастерская керамической ведьмы, это не то. Керамическое поместье, внутренние печи, владение. Поместье это куда? Нет, это не то. А мне нужно тогда сюда. Тут я, кстати, все облазил, обходил. Тут очень много секретов заныкано в этой локе. Но вроде как, мне кажется, наверное, вот кроме вот семейного кладбища, вроде как я все открыл. Там было на абсолютно разные вещи. И на прыжки, и на бомбы, и на все, что хочешь. Давайте сейчас быстренько вернемся. Так, возвращаться нам вот сюда. Знаете, я бы хотел какую-то... Вот, ну, я, наверное, туплю сейчас, эта дверь существует, но я бы хотел, ну, именно дверь, врата, я бы хотел врата возле ворона, вон там, вон где-нибудь, потому что мне представляют врата на кладбище, и вроде как все, я больше ничего с этим сделать не могу. Вот, кстати, смотрите, вот эти огнеголовые чебуречки, это значит, что там испытание огня. Вот те чуваки с такими зелено-дымными бошками, это было испытание бомбы. А я думал, что на них нужно применить бомбу. Это было немного неправильно с моей стороны. Хорошо. Затерянное кладбище, запретная область. А, и кстати, я, по-моему, еще не нашел. У нас же тут есть башня. Сейчас мне интересно, насколько это близко. Мы сейчас туда вернемся. Угу, к матросу на мили. Можно еще от матроса. Вот эта вот башня. Сказано, что у этой постройки есть близнец. Секретно идет там мудрый жнец. По-моему, я это место не нашел, то ли я слепошара, что, кстати, вполне возможно.
Не знаю, как это работает, поэтому ладно, пока что так. Нам сюда. Сейчас мы отдадим третью душу. Так-то по-хорошему серию надо заканчивать, мне интересно, что будет. Вот, у нас вот эта постройка, видите? Тут сказано, что нужен ключ, который я вот вообще без понятия. Замочек сказано, выглядит очень старый и ржавый. Вот, в общем, тут еще хватает секретиков. Это я такие самые основные пооткрывал, а вот не основных и таких вот очень-очень мутных тут очень много. Еще предстоит поломать голову, как это все делать. Я бы хотел вот тут где-то врата себе. Итак, дружище, я достал третью душу, но мне кажется, ты это хочешь использовать не на благо. У тебя получилось. С тебя вышел куда более могущественный жнец, чем я. Я бы никогда не смог справиться с этими душами великанов в одиночку. Наконец-то. Время настало. Давай откройте врата, птенчик, и завершим нашу работу. Не делай этого, не надо. Души великанов. Вперед в другой мир. А можно я не буду пока что? Это он. Потусторонний мир, где нет места жизни. Привет. Собственно, сама смерть. Вы? Смерть? Закрыл, что рассказы о первом жнеце лишь выдумка чокнутых свободных ворон. Чокнутых? Наверное, это я. Выходит, если вы не знали, существует на самом деле, вы здесь не за тем, чтобы спасти меня, да? Спасти? Я... Нет, извините, мы пришли по другой причине. Кстати, а вы случайно не могли бы нам помочь? Ну и наглость. Ладно, чего уж, в конце концов, что такое пара минут в сравнении с веками? Зачем вы пришли сюда и вообще, как вы сюда попали? Мы пришли в поисках душ, которые прошли через врата... То есть, ваши врата. Мы жнецы при исполнении. Нам нужны эти души, чтобы выполнить наше поручение и восстановить свой статус в комиссии, иначе мы умрем. Тут такое дело. Вы пришли сюда за душой... то если вы пришли сюда за душой, просто зря потратили время. Все бестельные души, которые проходят через врата, отправляются в вечность. Только так энергия душ может преобразоваться в новую жизнь. Поэтому моя работа была так важна, хотя смертные и ненавидели меня за это. Понимаю. Раньше мне приходилось бродить по землям самостоятельно, собирать души и переправлять их за грань жизни, но это такая печальная участь. Не для душ, им все равно, для живых, которых они покидали. Ну вот бы можно было рассказать им, что смерть это совсем не страшно, жизнь идет по кругу. Так вот, за кучу лет этот круговорот меня ужасно утомил. Но вдруг ко мне явилось странное существо и предложило помощь. Это существо умело раздавать порталы, создавать порталы, врата, в любое место и любой мир. Существо предложило создать автоматическую систему сбора душ на основе таких врат. Пока врата остаются открытыми, они притягивают души умерших. Словно маяк на берегу вечности. Взамен за свои услуги существо попросило продлить его жизнь. Это был первый... Ну, точнее, оно попросило бессмертие. Но это ведь невозможно. Если душа слишком долго задержится в мире живых, после отведенной ей срока она теряет свое естество. Начинает гнить и приобретает по-настоящему жуткий вид. Все живое должно умереть. Со временем, конечно. На протяжении нескольких поколений моя работа выполнялась, мою работу выполняли самопровозглашенные лорды врат. Они сменяли друг друга, наслаждаясь своей невероятно долгой жизнью, но рано или поздно подчинялись закону природы и добровольно уходили в вечность. Пока один из них не отказался.
Я, конечно же, говорю о нынешнем лорде. Когда его жизненный путь подошел к концу, ваш лорд нарушил изначальный договор. Он сказал, что врата сломались, что они стали плохо работать, их нужно заменить на новые. Чтобы врата снова заработали, мне нужно было коснуться их и связать с вечностью. Но как только новые врата были готовы и открылись, лорд толкнул меня внутрь и запечатал их. Отсюда нет выхода. Как и нет больше входа в вечность для потерянных душ. Смерти больше нет на земле. Я здесь взаперти. В одиночестве. Все это время. Но как же порученная мне душа? Она ведь где-то здесь. Она должна быть здесь. Она прошла через эти врата. Как же она... Кто же... Как-то же она сюда попала? Вы ее точно не видели? Мне жаль, но если душа попадает сюда без тела, она растворяется в вечности. У всего, что имеет начало, должен быть и конец. Да, Нео? Все, что имеет начало, должно иметь и конец. Так значит, ее уже не найти. Но она должна быть где-то здесь. Нет, 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 нет! У меня ушло столько времени на поиски этой души. Годы, века! Я не хочу умирать. Оу. Я чувствую, что у тебя немного вышел срок годности. Серая ворона. Я же тебе говорил, что ты будешь моим последним боссом. Твою за ногу. Просто исчез, чувак. Эй, а что это? Ах ты ж! Почему я выстрелить-то не могу? Все, я более-менее понял. Раз, два. То есть он гарантированно приземляется на меня, так? Мне его бить вообще не рекомендуется. Мне рекомендуется его сжечь нафиг. Он уже начал это... Потрескивать. Он уже начал потрескиваться. Но он меня убьет. Ай, блин! Это было больно, 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 больно. Он сейчас прилетит еще ко мне. Сгори, пожалуйста. Нет! Как я жив до сих пор? Нет! Блин! Ну я же... Я же его почти сделал уже. Да, конечно, еще раз. Мне даже бить его не надо. То есть, по сути, я могу просто его потихонечку сжигать. О, в сторону! Я забыл про это чертово приземление.
в принципе, паттерн у него не очень сложный. Если, ну, немножечко хотя бы реакции. Нет, 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 что за фигня? Такого не было, мы так не договаривались. Что за птицы? Уйди от меня. Сгори, пожалуйста. Вот такого паттерна тоже еще. Да блин! Промазал! Меня эта штука замедляет, если че. Гори! Есть! Фу. 500 экспы, кстати, за него прилетело. Ну, блин, ну, у меня было такое ощущение, что он будет моим последним боссом. Не могу вспомнить, когда последний раз ветер касался моего лица, или мой взгляд скользил по... Да хоть почему-нибудь. Никогда не ценишь, что имеешь, пока у тебя нет... пока у тебя это не отнимут, не так ли? У живых так всегда. Но мне казалось, что со мной такого не может произойти, пока ваш лорд врат не заточил меня. Мне очень жаль, что так вышло с твоим большим пернатым другом. Живых всегда жалко отпускать. Живым всегда жалко отпускать мертвых. Особенно, когда приходится самим забирать их души. Могу представить, что ты чувствуешь. Я очень благодарна тебе за помощь, ворона, даже если она не входила в твои планы. Но история еще не закончена. Хотя врата были уничтожены, к сожалению, мои силы все еще заключены в их обломках. Чтобы выковать новые врата, понадобится частица моей собственной души. Надо вернуть ее, прежде чем я снова могу выполнять свою работу. Чтобы разорвать этот круг, кто-то другой должен свергнуть лорда врат. Ты понимаешь, кого я имею в виду? Больше никаких сделок. Возвращайся в офис, ворона. И забери душу своего босса. И помни. Смерть на твоей стороне. Это чертовски эпически. Подлечиться. Нам надо будет еще поговорить, наверное, со смертью, но я даже сейчас не знаю, если я сейчас сохранюсь, а где оно сохранится? У ближайших врат? Возвращайся в офис и забери душу своего босса. Ладно, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. И так серия немножечко затянулась, я же не знаю, может, следующая серия будет короткая, может быть, нет. Посмотрим, как это все выйдет. Я не ожидал просто, что так прям нас сразу затянет во врата. Я думал, что нам дадут сначала, типа, пойдите, закончите все свои дела. Ну, ладно, в принципе, как вышло, так вышло. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.